смотри, там какая-то машина. Елки, там Серега едет. Пацаны, туда все. Давай, давай. Быстрей! А! Серега, подожди, не едь. Так, тут серьезный джипер. Мы к нему бежали, чуть не убились. Тут уже катнули. Диагоналка. Тойота тут не проезжала. Тут у вас на втором круге в ТР-0. Ну, уже там подраскатали. Уверенно идут. Неудобно, конечно, когда все одновременно. И зрителям не очень. Газу, газу! Нет, у вас там, где Ниве было сложно. У вас едет спокойно. В общем, продолжаем бегать между спецучастками. Это то, что я говорил. Первый день езда по асфальту, а второй день настоящий оффроуд. Соответственно, времени мало, и так оно все немножко скомкано. Ну, как уже получается, организаторы красавцы, спецучастки четкие. Артемчик, ну как ты тут? Все отлично. Не застрял? Ну, трохи ниже на дереве пустые. Артемчики не застряют. Руль вправо, да. Дерево! Дерево! Ниша, ниша на дерево. Ниже зацепи. Или за большее количество. О, нормально, нормально. Давай! Руля влево, руля влево. А что ты назад крутишь? Правильно. Ты показал, ты на совке нормально. Ты не доедешь, пацан. Стой! Пошел, пошел, пошел! Бородачай сегодня захарило ехать, да, Руслан? Да. Бородач уже не торт. Только я с вами всегда. А где, куда, в какую сторону он едет вообще? Кто знает? Он решил выехать уже за спецучастком. А я еще не помню. Да, Нива уникальный внедорожник тут. И в J-Cruiser бы уже все. Кончился раз 8 бы здесь. Трап. На сантреке попал. Справа, там где право написано, там ложи, да. Мне в струбы уже. Сантраки. Ёханы, чуть не проехал. Сдавай назад. Левее чуть возьми, вот сюда его. Хорошо идет, да? Да. Он может сейчас к нам заскочить сюда. Заехать на пидстоп. Максим, ты же не в своей категории. Что там стоять? Я понимаю, люди пытаются, сколько времени? Все есть. 27 минут. Сюда, сюда, корей. Нет, строит мост.
Что? Да не, хорошо шел, но надо... Так, Нива едет. Нива едет. Ёханый бабай. А тут разворотик в обратный путь. Надо снизу снимать, Руслан. Разгон! Видишь? Если б ты на FJ Cruiser был, ты б там не выскочил. Тебе прямо ехать. Что он спрашивает, куда ехать или что? Русик, вот тут у тебя уже кардан отломался. Да нет. Да, а раньше еще? Да. Кардан. Мой кардан всегда со мной. Или на танковой лежит в луже. Во льдах сейчас он. Михалыч едет уже. Опять Поляк поехал? Где он? Так. Так, завелись. Артём, едь, пока он не завелся. Что там, быстрый старт? Там аккумулятор сзади, тут Нива. За бизона цепляйся! Идите, дадите переписать потом. А я вам это дам. Я дам. Не, у меня лучшее качество. Не, мы знаем, что у тебя лучшее качество. Переписывай, ты даешь плохого. Дам хорошее. С экрана, говорит, на, переписывай. Зашел. Слышишь меня? Давай, цепляйся, давай будем вот так, наверное. Да не, вперед сначала. Вперед сюда вот. Ну там большая пробка, она не может. Ну а как туда? Да вот сюда, тут вот. Чтоб только ж не перевернуло, надо... Тут хорошее. Подожди. А вы без переговорок сегодня? Блин, как он тут едет, непонятно вообще. Фантастика просто. Красавчик, вот так, да, Тёма, нормально. Все, цепляй. Очень быстро зацепили. Тропа уже там была. Просто спецучасток жестяковый на самом деле. Не то что для Нивы, а вообще для любого внедорожника. Супермен не отступит. Колесо в воздухе полностью. Стой! Так он упадет назад. Не упадет, елки, висит.
Слышишь? Когда Ниве захотят поставить памятник, вот такая будет скульптура. Давай. Да, да, и он, и штурман на бампере еще. Не-не, надо подтянуться. Подтянуться надо. Чуть-чуть переводись. О, группа поддержки. Кого они поддерживают, не слышишь? Бизон? Бизон? Да. Бизон чемпион. А потом сиськи. Не, у него разве есть? Опусы! Артем, отпусти лебеду, лебеду отпусти. Хорош. Все, едь потихоньку. Да ты проедешь сам, давай. Ну за бизона я ж давно вам говорил, лебедитесь, елки. Не слушайте ничего. Сейчас и бизона заведете спокойно. Нормальный экшен. Влево руль, влево руль, влево руль. Блин, ну тут в стену. Ну пока ребятка тянет. Попробуй на задней попробуй. Да, да, вперед, а колесами назад, давай. Юрец. Назад колесами, Тёма. Тянись, лебедой тянись. Тянись, лебедой тянись. Идет, идет, давай, чуть-чуть еще. Тёма, идет, чуть-чуть надо еще. Блин, чуть не проехал. Так, пошли за шишигу цеплять. Руль, руль выверни, еще назад. И руля влево. Ёп, парасоте, все. Это самое интересное. Шруса нету на вывернутых колесах. Да, да, уже запустило колесо. Это самое интересное. Гранаты. Да. Но шел хорошо. Попробуй выкрутить руля и сейчас лебедка тянет, и колесо идет на вылом. Так, тут провода какой-то длины нереальной прикуривают. Бизончика. Так, зеленые жилеты спешат на помощь. Вот туда жопу закинуть. Полосок. Давай, давай. Раз, два.
Стой, стой, колесо! Колесо, колесо выверни, блин! Пробуй вперед, давай, и тебе влево. Стоп, не тяни, надо откопать, копайте колесо. Колесо! Стой, 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 стой! Не-не-не, порвешь колесо, нет, еще надо! Тупо. Давай нет, назад, нет. Давай заднюю на лебедке! И вот так пусть... Не, толкать надо, толкать! Колесо, толкать назад надо. Назад надо толкать его. Мы сейчас будем толкать тебя, а ты нам заключи заднюю, лебедкой вперед подтягивайся. Иди аккуратно по колесу, значит, вывели. По чуть-чуть. Давай. Пробуй. Да, это жесть. И спецучастки четкие. Надо руками его толкнуть все вместе назад. Давай его назад попробуем толкнуть. Давай, Тесань. Нет, не надо влево. Вывернули руль. Попробуй лебедкой немного. Весной сойдет. Еще, еще влево, да. Передняя левая работает. А время есть у нас еще? А время еще есть. Все, Юль, время все? Время нет. На привод. Время закончилось. Ну давай тогда вот здесь вот будем. Ну, пол в сушке прошли. 50 баллов есть, да? 5 баллов. 10 полсушки. Давай все равно влево и потом вправо. Сколько время дают? 30? 30 часа. Полчаса. 50. Здесь 50? Руль туда, руль туда, руль туда. Влево руль, лево руль, лево руль. Блин, мы так стоим. Крутое, крутое место, да. Хорошие места просто, видишь, такие уже подготовленные, накопанные. Только ленты натянуть. Да, да, расскажи. Ну как, все отлично. Супер, масса впечатлений. Ты понял, вывернут руль был, вывернут руль до предела. И ты дал газу и все. А у тебя впереди блокировка тоже, да? Да, да. И сзади? А сзади и раз блокировка, да, или что там? Детройт. Кору дай. А где штурма? А я думаю, как она так едет, блин? Она с виду только просто вроде Нива. Ну, я не хотел открывать все карты, блин. Да я понял, блин. Да не, на самом деле блоков вообще нет. Да, да, багажник это муляж, да? Багажник из этого картона. Шины пластмассовые, да? Да, китайские наварки. Угу. Слушай, а как ты вперед будешь ехать сейчас? Что-то я не могу понять. Какая-то дорога тут совсем неровная. Штурман, держите его с той стороны. Влево руль. Влево руль, влево руль, Тём. Да, 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 еще влево. Давай, давай, давай.
Вадим, Вадь справа. Влево, дай немножко. Влево. Ну, такая эвакуация. Давай, 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 давай. Еще, еще. Еще. Левый руль давай. Левый руль. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас выпрыгнешь. Ну как, пусти. Пусти. Есть аттракцион, но слова нет. Граната. Так, ну тут эвакуация, обе машины. Пойдем посмотрим, может где-то есть. Забейте траки, давай будем ехать.